Что же это такое красивое и нежное? Конечно, ванильная панакота. Давайте готовить. Берем клюкву, заливаем стаканом воды и добавляем сахар по вкусу. Все доводим до кипения и варим клюквенный сок. А пока формочки, добавляем ягоду, любую, малину, клубнику или какую вы любите. Сок процеживаем, добавляем желатин, в моем случае, который нет необходимости замачивать. И разливаем по формам, убираем в холодильник до полного застывания. А пока желатин, добавляем немного воды, доводим до кипения. Сливки смешиваем с молоком, ванилином и сахаром. Все это разогреваем, но ни в коем случае не кипятим. Смешиваем нашу молочную смесь с желатином. Перемешиваем до однородной массы и заливаем форму уже застывшим клюквенным желатином. Убираем холод и получаем вот такую красивую, нежную ванильную панакоту с клюквенным желатином. Приятного вам!